Продолжается ли компьютерный бум? В прошлом году в Казахстан импортировали в два раза больше ноутбуков, чем в 2019. По данным Комитета государственных доходов, общая стоимость ввезенных устройств составила 336 миллионов долларов. В период пандемии с переходом на удаленный режим работы персональные компьютеры стали товаром первой необходимости. В этом году темпы поставок немного снизились. С начала 2021 в страну завезли ноутбуков на 177 миллионов долларов. Ритейлеры связывают это с тем, что сейчас в основном интерес к ним проявляют покупатели, которые не приобрели настольные компьютеры во время первой волны ковида. В одной из крупных казахстанских торговых сетей по продаже техники отмечают, что ноутбуки и планшеты в Казахстане стали покупать чаще на 33%. Средний чек к концу года увеличился на 26%. Это связывают с подорожанием всех компонентов и повышением стоимости логистики. На сентябрьском уровне сохранилась годовая инфляция в октябре и составила 8,9%. В разрезе регионов она осталась неизменной только в 4 областях, а в 7 наоборот ускорилась. Об инфляционных тенденциях рассказали в управлении мониторинга реального сектора Национального банка. Значительный вклад в рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цен. Стоимость продуктов по стране за месяц выросла на 0,7%. Максимальное увеличение зафиксировано в Восточном, Северном Казахстане и Павлодарской области. Непродовольственные товары подорожали за октябрь на 1%. Продолжился рост цен на дизельное топливо более высокими темпами почти на 17%. Что делать, если с наследством к вам перешел и долг родственника? Получить имущество, но не взять на себя ответственность по выплатам не получится. К примеру, это может быть ипотека за квартиру или кредит за автомобиль. Эксперты Финграмоты отмечают, что если вы решили принять дар, то придется принять и долги, которые неразрывно привязаны к нему. По закону и по завещанию альтернативы этому нет, если только вообще не вступать в право наследника. Но в таком случае вы не должны совершать никаких действий, пользоваться имуществом, оплачивать коммунальные услуги или делать ремонт. Специалисты Департамента защиты прав потребителей и финансовых услуг отмечают, что человек вправе отказаться от наследства в течение полугода. Twitter создает команду, которая займется разработкой стратегии для использования криптовалюты блокчейн-технологий. Ожидается, что новое подразделение поможет разработчикам найти возможности для получения дохода от цифровых активов или внедрить их использование в качестве платежного средства. Twitter уже дает своим пользователям возможность отправлять донаты в биткоинах, а также подключать в качестве изображения профиля токены. Однако в соцсети хотят также использовать децентрализованные приложения, работающие независимо, а не через сервер компании. Это должно повысить конфиденциальность пользовательских данных, пишет The Wall Street Journal. Таким был деловой обзор к этому часу. Не переключайтесь.